Мы продолжаем вас знакомить с новинками от Кати в нашем ассортименте. Вчера Оля познакомила вас с фантазийной яркой пряжей, а сегодня видео для тех, кто любит спокойную классику, но с такой небольшой интересной изюминкой. Меня зовут Таня, это магазин пряжи Айнитки, и сегодня у нас в программе Cotton Yak и Cotton Cashmere от Кати Концепт. Вы можете самостоятельно ознакомиться со всей этой пряжей, посмотреть ее цвета по ссылкам, которые мы прикрепим к этому ролику ниже. Катя Концепт – это отдельная линейка у бренда Кати, где они выбирают самые люксовые, такие изысканные составы. Первый из них, который мы вам сегодня покажем, это пряжа Cotton Yak. Cotton Yak – это 50-граммовые моточки, в каждом из которых 130 метров. По составу у нас здесь идет 60% хлопка, 30% шерсти и 10% яка. То есть это пряжа как всесезонная, которая подойдет вам и для зимних уютных изделий, и, например, для прохладной весны или прохладной осени, когда еще не совсем жарко, а хочется продолжать греться в таком уютном нежном изделии. Цветовая гамма спокойная и пастельная, базовые оттенки, которые подойдут как, например, мужчине, так и женщине, и которые прекрасно будут сочетаться между собой, например, и в колорблоке, если вы любите такие изделия. Еще одна особенность этой пряжи – это ее крутка. У вас здесь не классическая скрутка ниточек, а крутка кабле, когда сначала в одну сторону закручиваются две ниточки, потом из нескольких таких сочетаний ниточек они закручиваются в обратную сторону. Такая крутка более такая пышная, очень аккуратная и элегантно выглядит в самом изделии. Она будет легко вязаться как спицами, так и крючком. Какие изделия вы можете связать из этой пряжи? Посмотрите на этот базовый мужской джемпер, как классно пряжа смотрится в теневом узоре. Он солидный, элегантный и смотрится дорого, изысканно. Также он вам подойдет, например, и для вот такого ажурного кардигана женского. На такой джемпер вам понадобится примерно 11 мотков. Стоимость пряжи Cotton Yak 705 рублей. Стоимость итогового изделия у вас получится примерно 7800 рублей. На такой ажурный кардиган, как у девушки, вам понадобится примерно 8 мотков. И, соответственно, стоимость изделия у вас будет в районе 6000 рублей. Второй герой нашего видео – это пряжа Cotton Cashmere. 90% хлопка и 10% кашемира, которые придают ему нежность и мягкость. В 50-граммовом мотке 155 метров. Стоимость такого мотка 790 рублей. И в журнале Concept All Season вы сможете посмотреть более подробный обзор этого журнала по ссылке выше. Есть также очень много моделей, представленных из этой пряжи. Например, вот такой вот женский пуловер с косами и ажурным регланом. Это сейчас явно тренд сезона, потому что очень много моделей выходит с этой фишкой. На такой пуловер вам понадобится примерно 9 мотков, то есть итоговое изделие у вас получится по сумме примерно 7,5 тысяч рублей. Цвета нежные и пастельные, есть такие женские, отлично подойдут для женщины, или, например, для мужчины, такие спокойные, нейтральные. Также из этой пряжи получатся прекрасные детские изделия. Они мягкие, не раздражают кожу, и ребенку будет в них комфортно. Пусть вас не смущает 10% кашемира в составе, вам не будет жарко в этом изделии, он здесь исключительно для придания нежной текстуры. Эта пряжа поможет вам заменить базовый суперсофт и меринокот. Благодаря своему метражу и самой крутке, да, фактуре нити, если вам надоело вязать какие-то базовые модели, да, именно из суперсофта или меринокота, вы можете использовать эти новинки от Кати. Чем же вязать такую пряжу? Для вязания как и Cotton Cashmere, так и Cotton Yak вам подойдут, в принципе, любые спицы с не слишком гладкой поверхностью. То есть, например, от спиц Adi вам стоит воздержаться, они слишком гладкие. Но остальные металлические или деревянные спицы вполне вам подойдут. Для Cotton Cashmere по размеру нам понадобятся спицы от 2,5 до 3,5. И, например, у Чагу есть хорошие варианты. Спицы Lace из хирургической стали с мягким тросиком, без эффекта памяти и острыми комфортными кончиками. Стоимость таких спиц 1130 рублей. Для пряжи Cotton Yak, которая более толстенькая, нам спицы тоже понадобятся большего диаметра, от 3,5 до 4,5 мм. И, например, если вы любите вязать сшивные изделия, то вам хорошо подойдут прямые спицы от Lantern Moon. Черное эбеновое дерево, красивая гравировка. Вы будете наслаждаться самим процессом вязания, просто эстетически.
Стоимость таких спиц 1751 рубль. Напишите в комментариях, вязали ли вы уже из этой пряжи, какие изделия вы из нее вязали. И, конечно, делитесь фото своих изделий. А если вы только начинаете знакомиться с этой пряжей, то заказывайте видеоконсультацию. С удовольствием поможем вам подобрать пряжу на ваш проект. С любовью и заботой о вас, ваш магазин и нитки.